Град. Видите, там все белое. О май год. Ну да, конкретно. Ну, цветы можно, конечно, оттащить маленько. Но на них вроде прямого такого нет попадания. Всем большой привет! У нас сегодня будет балконный влог. Мы сегодня будем заниматься высадкой цветочков. Ты что там увидел? Чего? У нас вообще погода the best. Чё ты говоришь? Давай, да, там яркое солнце. Я говорю, у нас погода the best, а они шубу такое делают. Они-то выдают. Они-то выдают реальную температуру эстонского лета. Ты хоть комментируешь, что ты делаешь? Достаю. Ты вообще общую картину пиши, план действий, вот. План действий такой, что я вот в этот вот длинный горшок, вазон, или как его еще можно назвать, планировала посадить лаванду. Но за неимением лаванды в магазинах, которая бы нам понравилась, интересно, вот это вот, это нужно туда. Самая тема, кстати, вот так с балкона все выкидывать. Не надо и мусорку выносить, хопа, туда швырнул. Тебе понравилось, да, такое? Ну да, я смотрю, там снизу люди зашевелились. Надо оставлять. Пластик? Да. Наверное, да. Ладно, я пойду. Полочку принесу, тогда. Cherish the love, cherish the love. Да. Что нереально, прям под ногами. Вот ее шейка у меня между двумя ногами. Хрустнула шейка? Смотри. Тебе не жарко в твоей овчишке? Да нет, хорошо. Батька психанула. Да? Ага, глиф какой-то поймала прямо. Глиф поймала? Да, глиф поймала. Сейчас он глючит, видите. Волну пускает. Так, ну все. Теперь берем землю. Нашу любимую земельку. Не знаю, хватит ли нам этой земельки. Это навоз или что вообще? Ты любишь с навозом работать? Очень. У нас, кстати, есть навоз, но только он куриный, маленькими такими гранулами. Удобрим, кстати, земельку. Давай, где он? Там. На задках? На задках, по-моему. Ну, в общем, фу, как он потел. Оказывается, от кури тоже какашки воняют. Их, что-то земля тут, ну, пролежала всю зиму. Мы, кстати, начали пересматривать, точнее, Нюта. Санта-Барбару, на всякий случай. Мне реально нравится. Мне нравится, как их там одевают. Как я помню, я ждала. 8 часов, я помню, начинался он. И нас обычно уже отсылали в комнату свою. Без телевизора, да? Санта-Барбара. Ну там реально очень красиво все, и завязка, и все. Ну, конечно, после тысячи какой-то серии уже, наверное, может и скучновато становится. Но меня, я говорю, вот реально поразили даже вот оттенки в одежде, которые там использованы, именно цвет одежды, настолько гармонично все подобрано. И не сказала бы, что какая-то там... Во-первых, сейчас мода еще и возвращается на это все, а во-вторых, как бы настолько их прям вот одевали красиво и стильно. Там ремни такие большие. И там типа еще мода была на, знаешь, объемные плечи у женщин. Мы, кстати, хотели заехать в Санта-Барбару, когда были в Лос-Анджелесе, но что-то так и не собрались. Там буквально час езды до туда.
от Лос-Анджелеса. Ну, где-то там час-два, не больше. Да, короче, не хватает сантинельки. Мы доехали до Малибу, помнишь? Угу. Где снимали тоже... Ну, там прохладно было. Где снимали сериал «Два с половиной человека». Там красиво, погуляли так немножко, ну... Да. И хватит. А кто у тебя из Санта-Барбары любимые герои? Ну, Келли мне сейчас нравится. Ну, она там реально, да, одна из самых симпатичных. Ну, там потом будет Джина интересная. Но опять Джину там раза три или четыре меняли. А, да? Да. Потом там... Видишь, я еще была маленькая совсем. Я вот то, что помню, запомнила... Я не запомнила вообще никаких этих хитросплетений отношений в Санта-Барбаре. Угу. Потому что я не воспринимала еще, видимо, так, знаешь... По-настоящему. У меня еще не было такого, да. Мне нравились просто актеры, типа красивые. Ну, Мейсон, я помню. Тед тоже. А Тед вообще это кто такой? Тед младший брат. Я что-то Теда вообще не помню. Его, видимо, тоже там уберут. Я помню его прям вот тогда тоже с детства запомнила. Я что-то и не помню. Ему типа 16 лет. А, да? Типа Джастин Бибер? Но он типа там уже поехал покорять Лос-Анджелес. Мне кажется, его там что-нибудь ну, подскользнется и капут. Ты его помнишь, да? Да. Бэтика ищет. Куда? В туалет сходить? На Cherish the Love. Кстати, посмотрите клип Cherish the Love. Советуем. Анютка сегодня плакала. Когда увидела клип. Ладно, не надо это. Круз тоже, я помню, там был брутальный мужик. Ну да, он там, сейчас его уже ввели. А, он типа полицейский же, да? Нет, он на нефтяной башне, там круч был, спас нефтяную башню Сиси, и он его решил взять к себе. Нас будут вызывать, чтобы мы высаживали просто плантации гектарами, а не на глаз. Ты бы согласилась гектарами высаживать их? Идите ко мне, мои лапушки. Прямо лапушки. Тебе, может быть, принести ножницы? Или как ты это будешь вытаскивать? Попробуй, посмотрим. Вообще, скажи мне, сколько мы сюда посадим? Раз, два... Пять, я думаю, туда влезет. Раз, два, три, четыре, пять. Конкретно у них корней тут. Вот профессионал как делает. Сразу видно профессионал. Покажи ему мать по профессионалу. Мощь. Просто так. Я это называю мощь. Мелкая, ты что думаешь? Там мелко учуял этот навоз этот куриный. Сразу навоз. Садовник-декоратор. Агроном еще. Много у тебя профессий. Клево, да? Угу, вообще красотуля. Это красотуля, это, короче, профессионал. Мелко, она всегда с мушками болтает. Большая кошка у нас, например, с мухами не болтает. Ну, только с мушками. Потому что она знает, что можно понять. Такая кайфуша. Кайфовая кошка. Пуха с кайф. Так, чистой воды был, да? Ну. Хорошо, вот я примерно точно так же сейчас валяюсь, как и мелко. Я вот меня немножко видно, видите? Всем привет. Мелкий хвост торчит на улицу. Все нормально. Мелко, ты не боишься, что он на твой хвост кто-то нападет? Боится, видимо. Не боится? Не, похоже, не боится. У нас супер горшок нам подарили наши друзья и родственники, можно так сказать, Влад и Вика. Вам большой привет, кстати. Такую вот красоту нам подарили. Да, и она нам служит уже не первый год. Прям нам подстать здесь котята настолько... Похоже. Как бы натурально выглядят, такие лапушки. Но тут они дружат. Да, это не про наших котят. Кстати, у Антошкиной бабули есть свои имена для наших кошек. Ну, она их, во-первых, называет подопечными. Ну да, и она всегда так о них тоже интересуется, как у них дела. Маленькую она называет Матильдой,
а большую Матрона. Да, и она вообще в восторге от большой кошки. Ну, вообще, КП у нас среди подписчиков тоже есть большие поклонники большой кошки, потому что у нее характер. Она баба гром. Ну, прикольно, ты скажешь, успокаивает это копание в земле. Меня тоже. Наблюдать со стороны. Угу. Ну так, ну мы с тобой реально, мы столько с тобой купили этих анекдотов. Cherish the last. Ну что, мы продолжаем высадку. Трансляция с плантации. В общем, вот один еще высадили, два точнее цветочка. Супер красота. Обсуждали с Анютой, что мы все-таки поняли, что мы немножко погорячились, купив 18 или 19, сколько там было? 18. 18 глазок. Мы как их покупали, они были намного меньше. Сейчас они стали вот такие лопухи. С корой я тебе скажу, просто профессионал. Нет? Пожалуйста. Вообще. Оцените. Круто. Ты просто маста. Я тебе сейчас скажу. Редкий кадр. Обычно так рядом кошки у нас не отдыхают. Бетти, тебе удобно? Шутят лапами. Положи их нормально. Убралась. Йоу. А, она все работала. Уже в майке голыми руками. Прошел час с момента начала высадки первого эмбриона. Все, вонюткие глазки. Глазки. Вот. Вот. И даже пришлось вот туда повесить. Пришлось. Потому что мы все-таки не могли допустить, чтобы что-то осталось. Вот это самая батарея крутая, красивая. И вот. Но они скоро вырастут еще, так что мы будем получше их видеть, я думаю. Ой, что это за... Как будто бы над кошкой издеваются. Какие звуки. Так хочется в нее чего-нибудь кинуть. Доброе, я знаю. Ты в меня-то, Лёй, кидаешься. Угу. Знаешь, что я за это делаю? Ой, так, так красиво отсюда смотрится зелень, это она. Дерёзь. Угу. Бутюнь вкуса. Находимся около реки Пирита. Здесь, видите, очень красивый вид, припаркованные, пришвартованные яхты. И вообще, здесь очень красиво и приятно гулять, когда тепло. Сейчас не тепло, но мы все равно выбрались. И сейчас будет первая порция приветов. Итак, первый привет. А точнее, пожелание удачи Лизе, где бы ты сейчас ни была, потому что мы не знаем, где ты живем. Потому что мы не знаем, где ты живешь. Привет тебе, Лиза. Следующая. Диане из Казахстана огромный привет. И она проживает в городе Тарас. Следующий привет уходит Лизе из города Мелитополь. Ей, кстати, 14 лет. И следующий привет уходит Елене из Чувашии. Также передаем огромный привет Аиде из Казахстана, город Павлодар. И еще одной Аиде привет, она проживает в городе Караганда. Привет-привет! Следующий привет уходит Тане из Томска. Также передаем огромный привет Элисе из города Чайковский и Виолетте из города Москва. А теперь пойдемте на следующий пункт назначения.